Когда заканчивался день Пятидесятницы, были все апостолы единодушно вместе. И был внезапно с небес шум, как бы от несущегося бурного ветра, и наполнил весь дом, где они сидели. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Деяния святых апостолов. В праздник Пятидесятницы, называемый также Днем Святой Троицы, мы вспоминаем события, которым завершилось спасительное дело Господа Иисуса Христа на земле. В этот день Господь послал на Своих учеников Духа Святого в виде разделяющихся огненных языков. С того момента тайна Пятидесятницы пребывает в Церкви, давая людям возможность ощущать дыхание Духа Божия, слышать на своем родном языке евангельскую весть, воспринимать ее в тех понятиях и представлениях, в которых она им доступна. Пришедшие в Иерусалим из других земель и стран понимали каждое слово, доходившее не только до их умов, но и до сердец. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» В тот день, как пишет автор книги «Деяний» апостол Лука, к церкви приложилось около 3000 человек. Это было началом спасительного пути, который церковь совершает по сей день по всей земле, обращая ко Христу, уча добру, тысячи и миллионы людей, говорящих на разных языках. В IV веке на месте сошествия Святого Духа на апостолов, на месте Сионской горницы, царица Елена построила маленькую церковь, которая, к сожалению, не сохранилась. Нынешняя Сионская часовня была возведена уже во времена крестоносцев. На первом этаже этого здания находится гроб царя Давида, который упоминает святой Петр, обращаясь к изумленным набожным иудеям, слышавшим, как апостолы разными языками говорят о великих делах Божьих. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». На Пятидесятницу все мужчины, где бы они ни жили, должны были прийти в Иерусалимский храм. Это один из главных праздников религиозного года. На 50-й день после выхода евреев из Египта Господь на горе Синай даровал им закон, который должен был сделать их царством священников и святым народом, несущим свет истинной веры всем народам и племенам. В память о том, что закон был дан людям под открытым небом, храм украшали на праздник зеленью. Древний обычай хранится и в церкви Нового Завета. На Руси православные храмы убирают на Троицу березовыми ветками.
грешили к тебе. Прообразом христианского праздника Троицы стал и ветхозаветный юбилей – год оставления. По Синайскому закону каждый 50-й год объявлялся юбилейным. Люди возвращались в свои владения, должникам прощали долги, а рабов отпускали на свободу. Юбилей был годом подведения итогов, когда люди давали отчет Богу и друг другу в том, как они строят свою жизнь, и перестраивали ее в большем соответствии с заповедями Божьими. Юбилей служил символом жизни людей в будущем веке, где нет социального неравенства, где нет рабов и господ, взаимодавцев и должников. В христианстве Пятидесятница наполнилась новым содержанием. Это праздник Святого Духа, который пришел на смену вознесшемуся на небо Христу. Для христиан с Пятидесятницы начинается нескончаемая эра юбилея, 50-й год, начинающийся здесь, на земле, и перетекающий в вечность. Благодаря воздействию Святого Духа каждый человек кардинальным образом меняется. Пастухи превращаются в пророков, рыбаки – в апостолов. Христос проповедовал в маленькой стране. Видели его немногие люди. Он ничего не написал своей рукой. И все, чему он учил, предстояло принести в мир именно апостолам, этим некнижным и малообразованным людям. И для того, чтобы сделать их способными благоденствовать, нужна была сила Божия, преображающая, укрепляющая сила благодати Духа Святого. Только после того, как Святой Дух сошел на них, когда они заговорили на иностранных языках, когда почувствовали в себе новые силы и новые возможности, они начали приходить к пониманию своего поистине вселенского призвания – проповедовать Евангелие всем народам. Апостол Петр был преданным Христу, верным, любящим, но вместе с тем порывистым, самонадеянным и слабым. Увидев идущего по волнам Иисуса, он воскликнул: «Господи, повели мне прийти к Тебе по воде». И пошел, но, усомнившись, испугавшись бури, стал тонуть. На тайной вечере он говорил учителю: «Я душу мою положу за Тебя». И вскоре отрекся от него. Таким был Петр при жизни Христа. Но после Пятидесятницы он стал совсем другим. Смелым, духовно сильным, способным отдать жизнь за Евангелие. Благодаря действию Святого Духа Господь преобразил и жизнь апостола Павла. Он был гонителем Церкви Христовой, врагом христиан, дышавшим угрозами и убийством против них. Но после того, как явился ему Христос и в таинстве крещения сошел на него Святой Дух, стал апостолом язычников. Павел, водимый Святым Духом, много путешествовал, насаждая повсюду общины, а потом поддерживая их письмами, посланиями, которыми и по сей день духовно питаются миллионы христиан во всем мире. «Сила моя совершается в немощи», — говорит Христос. «Мы немощны, но по благодати Духа Святого мы сильны», — говорит апостол Павел. «Мы немощны, потому что мы не соответствуем тому духовно-нравственному идеалу, который начертан для нас Христом в Евангелии. По-человечески мы не способны воплотить в жизнь заповеди Божии, но с помощью Святого Духа это становится для нас возможно». Святой Дух – это тот, кто приходит к нам на помощь, тот, кто делает нас из слабых сильными, кто делает нас апостолами, благовестниками Христовыми. Пятидесятницу иногда называют днем рождения Новозаветной Церкви. Она завершает длинную череду праздников, связанных с воспоминанием всех основных событий земной жизни Христа и Его спасительного дела, начиная от Рождества. Когда Он ушел из этой земной жизни, здесь, на земле, осталась лишь горстка Его учеников. Затем христианство начало распространяться по всей земле, и сегодня в мире насчитывается более 2 миллиардов христиан. Чудо Пятидесятницы
состоит в том, что люди, разделенные на нации, расы, языки, действием Святого Духа приводятся в единство. Разделение народов произошло, согласно Библии, в результате вавилонского столпотворения и было наказанием за грех, за попытку достичь неба земными средствами. Вавилонская башня навсегда осталась символом построения социальной системы без Бога. Единодушие людей в безбожном предприятии неизбежно ведет к разделению между ними и разрушению самого предприятия. Задачей церкви всегда было преодоление всяких разделений, существующих на человеческом уровне, и достижение единства при помощи благодати Духа. Эти мысли, автором которых является святитель Григорий Богослов, нашли отражение в богослужебных текстах праздника. «Когда Всевышний сошел и смешал наречия, Он разделил народ. Когда же Он раздавал огненные языки, то призвал всех к соединению. И теперь мы вместе славим Всесвятого Духа». В праздник Пятидесятницы за богослужением многократно звучит молитва. «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Эта молитва в православной церкви получила исключительное значение, так как с нее начинается всякое богослужение и всякое молитвенное правило. Дух Святой, на протяжении веков вдохновлявший Церковь, ее сынов и дочерей, и ныне продолжает действовать в ней так же обильно, как Он действовал в ней в первые века ее существования. Как тогда Святой Дух сходил на учеников, чтобы они говорили языком, понятным тем, кто их слышал, так и сегодня Дух Святой касается сердца и языка проповедника, помогая ему преодолевать свою человеческую немощь, свое малоумие, свое бессилие и глаголом жечь сердца людей. В русской традиции праздник Пятидесятницы получил наименование «Дня Святой Троицы», поскольку Святая Троица в этот день прославляется в богослужении особым образом. Троичный догмат полнее всего излагается в стихире «Приидите, люди, триипостасному божеству поклонимся». На Пятидесятницу стала наиболее ощутима тайна Троицы, проповеданная всеми пророками, апостолами и мучениками. Воскресший Бог Сын восходит к Богу Отцу, и на Церковь нисходит Бог Святой Дух. Именно под действием Святого Духа совершаются все без исключения таинства Церкви. Когда священник вместе с народом молится за литургией, призывая Бога Отца послать Святого Духа на хлеб и вино, они становятся телом и кровью Христа. И подобно тому, как галилейские рыбаки и мытари стали апостолами под действием Святого Духа, именно благодатью Святого Духа в наши дни совершаются все рукоположения в священные степени – диакона, священника, епископа. Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, проручествует тебя, боголюбезнейшего архимандрита Павла, избранного епископа. Праздник Пятидесятницы, выпадающий всегда на воскресенье, предваряется днем, называемым в просторечии родительской субботой. В этот день Церковь творит поминовение всех от века усопших. В течение всего пасхального периода церковный устав предписывает не преклонять колен. В праздник же Пятидесятницы
верующие вновь становятся на колени, воздавая поклонение всем лицам Святой Троицы. В коленопреклонных молитвах вспоминается вся история человечества от сотворения мира и все то, что Господь совершил ради избавления людей от греха. «Всех собери в Твое царство, дашь прошение уповающим на Тя, остави им и нам грехи, очисти нас действом Святаго Твоего Духа». И особое место в этих молитвах занимают также прошения об усопших, обо всех наших сродниках и близких, обо всех, кто умер за много поколений и за много столетий до нас, не только о праведниках, но и о грешниках, и же во аде держимых, тех, кто больше других нуждается в нашем молитвенном предстательстве. Некоторые думают, что в аду оказываются только те грешники, для которых нет надежды на спасение. В католической церкви считается, что молитва за них им не поможет, так как они осуждены на вечное мучение. Но православная церковь придерживается иного понимания. Она верит, что и в гиене огненной действует любовь Божия. Только для праведников она является источником блаженства, а для грешников – источником мучения и страдания. Для милосердия Божия нет никаких препятствий, кроме свободной воли человека. В конечном итоге сам Бог умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. А потому, как верит православная церковь, Он может вывести из ада находящихся там по молитве их близких, по молитве всей церкви. Веру в эту возможность церковь черпает прежде всего из пасхальной вести о победе Христа над смертью и адом. Конечная судьба каждого из нас зависит от нашего собственного выбора, от того, на чью сторону мы станем, Бога или дьявола. Выбор этот делается нами в течение нашей земной жизни. Для тех же людей, кто уже сделал этот выбор и от кого больше ничего не зависит, вся надежда на нас, на нашу молитву о них, на нашу память о них. Поэтому Церковь и молится о спасении всех, в том числе о иже во аде держимых. Ибо, как говорит преподобный Силуан Афонский, у нас должна быть только одна мысль, чтобы все спаслись. Ежегодно на Пятидесятницу из зала древнерусского искусства Третьяковской галереи в храм святителя Николая в Толмачах для молитвенного поклонения переносят икону преподобного Андрея Рублева «Троица». Это одна из самых почитаемых икон не только в восточном, но и западном, всем христианском мире. На иконе изображен предвечный совет Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа о сотворении мира и о его спасении. Христос перстом указывает на чашу, которую ему предстоит испить. И сам он, если обвести взглядом контуры фигур ангелов, изображен в центре чаши. Святой иконописец говорит о том, что тайна Пресвятой Троицы заключена в Евхаристии и в бесконечной неизреченной любви. Икона выражает мысль преподобного Сергия, которому посвятил свой труд Рублев. «Да воззрением на Святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего». Образ настолько ярко передает идею неслитности и нераздельности трех ипостасей единого Бога, что Павел Флоренский восклицает: «Если есть Троица Рублева, значит есть Бог». Посвящая свою обитель Пресвятой Троице, радонежский игумен думал о духовном и гражданском единении русской земли. Он видел, что достичь этой цели можно путем образования и воспитания людей. Вот почему одним из основных послушаний его братьев было изучение и переписывание книг. На протяжении веков
в стенах Троицкого монастыря составлялись летописи, поучения. 1 октября 1742 года по указу императрицы Елизаветы Петровны в Троице-Сергиевом монастыре, вскоре именованном Лаврой, была открыта духовная семинария. Сюда же была переведена и Московская духовная академия, крупнейшее православное учебное заведение России, где и сегодня проходит обучение будущих священнослужителей, богословов, иконописцев, регентов, всех, кому предстоит просвещать людей светом Христовой правды. В 20 веке Лавру не обошла судьба, постигшая практически все монастыри и храмы страны. Обитель преподобного Сергия Радонежского, ставшую на тот момент центром духовной и культурной жизни, большевики распорядились закрыть едва ли не в первую очередь. Только в 1946 году монашеская жизнь в этой обители возобновилась. Возвращение Свято-Троицкой Лавре ее статуса связано с именами патриархов московских и всея Руси Алексия I и Пименна. Во время их патриаршего служения Лавра стала местом проведения соборов, центром празднования тысячелетия крещения Руси. Патриархи Алексий I и Пимен погребены в пещерном храме Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Патриархи московские и всея Руси, епископы, священники, монахи, монахини и миряне, на долю которых выпало служение церкви в лютую эпоху гонений, своим подвигом доказали, что нет препятствий для благодати Божией, если человеку сопутствует сила Духа Святого. И даже если у человека нет ни сил, ни смелости для продолжения апостольской проповеди, на помощь ему приходит благодать Духа Святого. Наша жизнь будет подлинно христианской, если мы будем жить Духом Святым, если будем нацелены на то, что преподобный Серафим Саровский называл стяжанием Духа Святого. Симбирский помещик Николай Мотовилов оставил дневник воспоминаний о своих беседах с преподобным Серафимом. Когда он однажды спросил старца, что такое Дух Святой и что значит стяжание благодати Духа Святого, тот не ответил словами. Но Мотовилов вдруг увидел, что лицо батюшки просияло, как солнце, и старец на его глазах преобразился. Мотовилов почувствовал необыкновенное благоухание и теплоту и ощутил невыразимую радость. Так действует Дух Святой, таинственно и непостижимо. И его действие превосходит всякое человеческое понимание и всякое человеческое слово. Святой Григорий Богослов говорит, что тайна Троицы непостижима для ума, но познается опытом. Бог открывается любящим Его. Вся жизнь христианина может стать для него непрестанным праздником, непрекращающейся Пятидесятницей, юбилейным годом, начинающимся с таинства крещения и не имеющим конца. Земная жизнь может стать непрестанным торжеством приобщения к Богу через Церковь и таинство. Годичный круг церковных праздников, так же, как и таинство Церкви, способствует переходу человека из времени в вечность, постепенному отрешению от земного и приобщению к небесному.